Здравствуйте, спасибо за информацию. Я вот что хотела сказать. Я еще, получается, месяц не пью, еще месяца нету, ну, вот примерно приближаюсь, да? А у меня сейчас дозировка достигла, ну, почти 2 капли. Ну, я уже вот 2,5 там рискую на литр. Очень хорошо себя чувствую, но у меня есть такие вот прям... такие динамичные изменения, буквально вот за какие-то 20-25 дней, которые там на протяжении нескольких лет вообще не были видны. Это вот в части аллергии, очень сильно в части аллергии прошли изменения. И, ну да, и в качестве самой жизни, ну, именно на физическом уровне. Потому что это видно, что это живая вода, потому что с первых дней, когда я начала пить, у меня сразу пошел какой-то прилив энергии, силы. Вот. А то, что я хотела спать, вообще у меня хроническая бессонница, я вам до этого говорила, нет, практически. Ну, там и на психологическом уровне было, и на физиологическом уровне. И ребенок, вот последний, который у меня родился, он был беспокойный. Я его до 3 лет почти кормила всю ночь. И вот как-то сон сбился, вот у меня сейчас даже он не восстанавливается. Там я могу лечь и не уснуть, или там уснуть на 3 часа, потом опять проснуться, вот, ну, как будто я какая-то бабушка 90-летняя. Вот как я начала этот пить, у меня просто сильно сон начал, ну, вот спать хотелось, и прям вот первые дни я только вот спала, ну, как-то вот уже, мне такое ощущение, что он, эта вода еще какое-то на мозг действие дает, какое-то успокоительное действие дает на мозг, мне такое ощущение, что этой водой еще психов можно лечить. Ну, я, конечно, не психопатка, я в целом говорю, что вот она вот как что-то делает вот с нейронными связями, что ли, что-то такое мне показалось. Вот, я продолжаю пить, да, я знаю, 45 дней пьем, потом прекращаем. И вот максимальная дозировка 5 капель же, да, на литр, да, получается. Я вот сейчас на следующей неделе хочу уже добавить 3 капли. А сон у меня, да, он намного лучше становится. Я думаю, что дальше будет еще лучше. Но все равно я принимаю там успокоительные, именно вот, ну, то, что мне прописывали на мозг. Вот, ну, пока-то как-то так. А в целом я очень благодарна. Я вообще не ожидала такого результата. Я долго искала исцеление именно по воде. И вот чисто случайно узнала о вас. И большую благодарность профессору, долгих лет ему жизни, что вот он одной простой водичкой исцеляет практически весь организм, хронические заболевания. Спасибо вам большое. Какие-то новости будут, всегда пишите, пожалуйста. Я сейчас еще вот месяц, наверное, пропью и начну, хочу заняться партнерством, потому что продукт действительно работает. И раз он меня вылечил, то я думаю, что он дальше и всех будет лечить. Спасибо. Еще самый немаловажный фактор, вот заметили все, и я в том числе, что я помолодела. Не знаю почему, вот кожа такая увлажненная. Хотя вот мне 40 лет, мне все там больше 30. Ну вот новый знакомый, который в этом месяце со мной знакомится, у них просто вот шары на лоб лезут, когда я говорю, что мне 40, у них у всех. Так как вы сохранились? Хотя вот до этого я вот и выглядела на все 35, ну, в диапазоне 40, но никак за 40. А сейчас, получается, я выгляжу, наверное, на 25, на 28, что ли, потому что, ну, я чувствую это, что она действительно омолаживает, действительно на клеточном уровне работает. Потому что до этого я пила очень много БАДов разных компаний, такого результата я не достигала. Просто было много денег на ветер сброшено.